В Лабинском районе состоялся масштабный мастер-класс по оказанию первой доврачебной само- и взаимопомощи. Занятия провели представители Центра тактической подготовки «Архангел», Учебного центра общественной безопасности и первой помощи «СПАС» и Учебно-методического центра ГОИЧС Краснодарского края. Наша организация, Центр тактической подготовки «Архангел», это некоммерческая организация, состоящая из волонтеров, инструкторов тактической медицины. Мы команда патриотов, которые не могли остаться в стороне во время, с момента начала специальной военной операции. И мы стали выезжать группой в зону проведения специальной военной операции и обучать наших военных. На данный момент за 2 года нами обучено уже более 6 тысяч военных, более 13 выездов в зону СВО совершено, и мы также возим гуманитарную помощь в виде медицины. Привозим, обучаем этой медицине, то, что привозим турникеты, тактические аптечки нашим военным. На протяжении последних уже 3 лет мы работаем с гражданами, работаем с добровольцами. Помимо этого, недавно наша организация запустила социальный проект, реализацию социального проекта «Спасатели рядом» на территории Краснодарского края. Это проект, который уже 5 лет занимается обучением людей, добровольцев, которые добровольно заступают на дежурство и в случае необходимости оказывают первую помощь пострадавшим. Нам очень важно понимать, что людям это интересно и что людям это нужно. К сожалению, прошедшие на протяжении долгого времени и ОБЖ работа, и вообще в целом, в принципе, первая помощь была как бы в таком запустении. Абсолютно не было никакого, не уделялось внимания первой помощи. Поэтому все события, которые происходят, и в том числе начавшаяся специальная военная операция, показала, что необходимо не только людям, которые находятся в боевых условиях, да, людям, которые защищают наше Отечество, выполняют боевые задачи, но и гражданскому населению очень важно, чтобы были навыки оказания первой помощи, потому что это может нам быть полезно в быту. И поэтому, когда мы приезжаем с командой, с нашими коллегами, приезжаем на подобные мероприятия, видим, что людям это интересно, они хотят научиться, как останавливать кровотечение, как работать с другими состояниями в рамках первой помощи. Нам, конечно, это приятно, поскольку первая помощь спасает жизни. Мероприятие состоялось в спортивной школе единоборств. В нем приняли участие школьники, студенты, спортивные тренеры, спасатели. Присутствующим продемонстрировали правила оказания первой помощи, показали различные техники в экстремальных ситуациях, правила эвакуации. Какие признаки травм вам известны? Первое, что я могу увидеть, если у человека перелом, к примеру. Что я вижу первое у него на ноге? Абсолютно верно, гематома. Я могу видеть кровь. Я могу шевелить этой конечностью? Могу? Нет, нарушение функции, абсолютно верно. А еще, что человек испытывает при этой ситуации? Боль. Шок и боль, абсолютно верно. Вот чтобы помочь человеку, да, вовремя оказанная первая помощь всегда уменьшает последствия и риски, которые наступают после этого. Поэтому мы должны оказать первую помощь при травмах, да, вот о них мы и поговорим. От имени главы Лабинского района Владимира Забураева спасателей и организаторов мастер-класса поблагодарил его заместитель Алексей Бердников. Ничего нет дороже человеческой жизни. Сейчас поблагодарить ребят, которые приехали, потратили свое время именно для того, чтобы обучить и донести для вас, как нужно себя вести в таких ситуациях. Потому что, ну, еще раз повторюсь, что дороже человеческой жизни нет ничего на свете. И от имени главы Владимира Владимировича Забураева хотелось бы вручить благодарности организациям, которые здесь приняли участие, работали для вас, обучали вас. Подобные мероприятия актуальны сейчас как никогда. Каждый должен знать правила оказания первой помощи. Возможно, эти навыки в определенной ситуации помогут спасти чью-то жизнь. Лилит Саакян, Георгий Сопов, Лабмедиа.